передача прямо в спину игроку Акрона. Савов возвращает мяч Гащенкову. Это удар какой! Какая красота! Какая красота! Ну положил, так положил. Не получилось с первого раза, так со второго. Игроков обязательно выдержит и покажет себя, я думаю, во всей красе. У Лидии здесь мяч получает. Мягенько чуть назад, через себя! Денисов! Боже мой! Что сейчас сделал Роман Денисов? Вот еще одна атака, наблюдаем Самошников, уже в штрафной, убирает мяч под правую, бить можно, теперь уже с левой, удар, и какой гол Зотова, это пятка была или мне показалось, боже мой, красота какая, ого, Александр Зотов, красотищу сотворил на глазах у миллионов сейчас, очень рад за вас, друзья, что вы это видели. Справа, рядом Картюшенко, Морозов, Риголава, Морозов. Пасует Ситана, исполняет и Картюшенко! Зинедин Картюшенко! В чужой штрафной! Зису! Передача Морозова, голевая, да. И вот он говорит, опа-на, получайте! Как раскачал опять, да? Подача! 1-1! 1-1 и взрывается! Грохотом, криком стадион в Краснодаре. Что там, Сари тоже есть, да? Потеряли мяч на плане поля соперника, нужно тут же его возвращать себе, ни в коем случае не откатываться назад. Еще один удар поворотом, и какой красивый мяч забивает Енисей, просто брависсимо! Никита Глушков, 21 минута подходила к концу, и он этим ударом в дальний угол. Уж не знаю, кого там на трибунах мог усыпить, может быть, бдительность защитников Арсенала. Логуа 1-0! Иракли Логуа! Пушечка-то какая от него сейчас! А вот и голы у нас в этом матче. Повязочка-то помогает ему тоже, да, на голове, похоже. Гераев это был. Удар и гол! Вот это начало для Акрона! Вот это да! И, пожалуйста, Владимир Марухин!